Шалом, Спиртулькин. Ну чё, 14 февраля на календаре. Ну что могу сказать, а? Поздравляю это, блядь, всех влюбленных сердец. Да. Кому там, блядь, оленей, распешек, блядь, всех вот этих, кому изменяют, не изменяют, короче, блядь. Вот я вот вам потом расскажу историю, как я с Люськой познакомил своей. Такая шмара, блядь, ну, все делает. От слова совсем все, да. Дай бог и вам найти вот такую себе, да, бабёшку. А мужикам это, мужикам бабёшку, а бабам хорошего там оленя при бабках. Там, чтоб все как положено. Хоть у тебя 5 детей, зайчик будет, нехай их тянет, сука, да, работает на 5 работах, а потом они вырастут, твои дети, и будут его нахуй посылать, и это... пиздить его, шо вдобавок. А ты будешь нормально себя чувствовать. Пока он на вахте, а ты там до соседа, или там на всяких сайтах знакомств, вот это самое, джохан-похан будешь делать. Влюбленные сердца... Хули поделать, 14 февраля, блять, как-никак. Ну, язык заплетается, это ничего, я уже ёбнул просто с утра, бояра. Люська моя ругается, но, блять, пошла она нахуй. Сегодня можно, праздник, как-никак. Да, вот это, короче, это. Хотя мы-то, это славяне, нам вот это все басурманская хуета, вот это 14 февраля, но не нужно, да, как бы. Ну, ёбнуть-то что, повод-то главное есть. День взятия Бастилии, там, всей хуйни, вот, ну, можно. В общем, что-то я уже начал, блядь, крутить, мутить, да. Ну, в общем, вы поняли, да, что бабы нашли себе хороших мужиков, мужики хороших баб. Конечно, это, блядь, нереально, да, вот это, что я сейчас говорю. Но в целом, да, можно, конечно, найти себе вторую половинку. Я нашел, да, счастлив. Не успел проснуться, уже хуй сосу. Дай бог и вам так найти. Да, Спиртулькины, отчаливаю, блядь.